Всем привет, друзья! Сегодня я хочу приготовить очень вкусное апельсиновое печенье. Надеюсь, этот рецепт вам понравится. Поехали! Итак, что нам нужно для приготовления апельсиновых печений? 1 апельсин, 100 грамм сахара, 8 грамм разрыхлителя, холодное сливочное масло 100 грамм, 1 куриное яйцо и шоколадные капли 40 грамм, мука 360 грамм. Вначале цедру апельсина натираю на мелкой терке. Итак, начинаю замешивать тесто. В муку добавляю разрыхлитель, сахар и эти все сухие массы между собой перемешаем. Сюда же отправляем холодное масло. Превращаем в крошку. Получилась вот такая вот крошка. В эту крошку добавляем апельсиновый сок, свежевыжатый, цедру, яйцо. Хорошенько смешаем. Продолжаем замешивать тесто руками. Хочу отметить то, что к рецепту я также добавила 100 грамм муки, потому что мое тесто было жижеватым. Добавляем в тесто шоколад. И замешиваем. Смотрите, какое красивое оранжевое тесто у меня получилось. Теперь отправляю его в пакет и отправляю в холодильник на 30 минут. Прошло полчаса, я достала тесто из холодильника. Теперь будем формировать печенье. Закатываем шарик размером с грецкий орех. Обваляем наши шарики сначала в сахаре. Затем в сахарной пудре. Также поступаем с остальными шариками. Отправляю печеньки в разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут. Друзья, мои апельсиновые печенья готовы. У них такой приятный золотистый цвет, а аромат просто не передать словами. Вот так они выглядят в разрезе. Выглядят очень аппетитно. Вкусно и просто. Приятного аппетита. До следующих видео.